Я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Татики. Расскажу вам о таком интересном факте, то, что растения видят, слышат и запоминают некоторые происходящие события. Как бы это фантастически ни звучало, но это все научно подтверждено и уже несколько столетий. Известный биолог Даниэль Чамовиц написал книгу «Тайны растений, что слышат, видят и понимают цветы и деревья». Эта книга основана на исследованиях, причем эти исследования ведутся уже достаточно давно. В этой книге написано о том, что растения понимают, когда вы к ним приближаетесь, когда вы прикасаетесь к растениям. Они даже могут видеть, в какой одежде, различить, какая на вас рубашка, красная или синяя. Конечно, они не могут видеть так, как видим мы. Это явление называется фототропизмом. И вывел его в 1864 году Юлио фон Сакс. Он определил, что все растения видят источник света, поворачиваются к источнику света. И лучше всего они видят синий. Я еще не знал о том, какой частью растение видит. Дарвин со своим сыном определили, поставили такой эксперимент. В светонепроницаемой комнате поместили растение, канареечник, это злак, поместили 5 растений. На первом растении, первое растение они оставили без изменений. На втором растении они убрали головку верхнюю у растения, макушечку срезали. Третье растение, они головку эту, макушечку, накрыли светонепроницаемым колпачком. Четвертое растение, они накрыли светопроницаемым колпачком, именно макушечку, головку. И у пятого растения этот светонепроницаемый колпачок, они им закрыли стебель в том месте, где растение поворачивалось. И в ходе эксперимента они выявили, что повернулись те растения, у которых головка была открыта. То есть это первое. То растение, которое было накрыто светопроницаемым колпачком, тоже повернулось, увидело источник света. И то растение, пятое, которое было покрыто непроницаемым колпачком, светонепроницаемым колпачком, но закрыт ствол в том месте, где он поворачивался, оно тоже повернулось. И тем самым они определили, что ослепли, если можно так сказать, но это был термин применен такой, только те растения, у которых не было, у второго, у которого убрали верхнюю головку, оно никак не отреагировало. И то растение, у которого был колпачок светонепроницаемый, все остальные повернулись к источнику света. Вы можете это явление наблюдать на наших замечательных растениях, которые домашние. Посмотрите, как оно с утра ведет себя, и когда солнышко проходит, куда оно поворачивается. Любите свои растения, заботьтесь о них, потому что они все чувствуют, слышат и понимают даже ваше настроение. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!